несколько вариантов. Покупаю в магазине 5-литровки, 6-литровки, езжу в родники, набираю. Вот. И иногда фильтр. Мы где-то на двоих выпиваем, где-то 5-литровка у нас уходит за 2,5 дня приблизительно. Ну, на готовку, там, на воду, на чай, на кофе, на гостей иногда. Ну, цены недорогие, на самом деле сейчас достаточно бюджетная вода есть в магазинах, спасибо, так сказать, государству. Можно купить в пределах, там, ну, не знаю, даже 40, наверное, рублей, там, 5-литровку. Насколько качественная, не знаю, не гарантирую, но, по крайней мере, она не ржавая, не желтая. Я пью воду из-под крана. Такая вода вот в бутылках, вы имеете в виду, да, она кажется мертвой, не живой. Поэтому, ну, мне вкус просто не особо нравится. Я пью из-под крана. У нас дома мы поставили фильтры, потому что из-под крана пить невозможно. Покупную. У нас стоят на улице, стоят автоматы. Я лично их устанавливал. Лично я выпиваю в день 5 литров воды. Это только я один, потому что я постоянно в движении. В баклажках покупаю 175 рублей за 20 литров. Нормально, то есть я там ее раз в месяц где-то покупаю, ну, летом чаще. Ну, из-под крана вода фильтруется для бытовых нужд обычно. То есть из-под крана, конечно, редко используем. Мы пьем преимущественно покупную воду, потому что, ну, к сожалению, в том районе, где мы живем, водопроводная вода оставляет желать лучшего. В среднем у нас уходит за 2,5 дня порядка 20 литров на нашу семью. Ну и, соответственно, как бы в месяц, ну, если умножить, ну да, действительно существенно, но просто это уже включено давно в бюджет нашей семьи. В тот период, когда в Крыму были в целом проблемы с пресной водой, я не знаю, если честно, точку водозабора той воды, которую мы используем, но она тоже вот в тот момент оставляла желать лучшего. То есть там были нюансы осадок на чайнике, то есть как бы не очень приятного цвета, как бы вкус, ну, органолептические свойства воды, они не очень хорошие были. Я покупаю небольшие баклажки по 5-6 литров. Ну, потому что заказывать я там одна живу, они долго стоят, вот эти 20-литровые, они мне неудобны. Ну, конечно, то, что городскую воду пить невозможно, это, конечно, печально. Это так, наверное, не должно быть, я не знаю. Ну, в принципе, можно поставить фильтры, которые ставят на краны фильтры. Я покупаю воду бутилированную. Берем 19-литровые, две 19-литровые в неделю, готовлю все полностью только на такой воде. Не так, чтобы дорого, но где-то в среднем 250 рублей в неделю, но не очень дорого.